Я, ребяточки, в Иране. Так, кажется, полицейские. Может, просто охранники. Снимать нельзя, ну ладно. Значит, мы в каком-то обычном торговом центре. Едем мы в сторону аэропорта. И нас завезли, как всегда, завозят за покупками. Ну, в общем, дорого-богато. Достаточно все дорого, мне кажется. Хотя, с другой стороны, вот я покупала орехи на рынке, орехи здесь, так примерно одинаково. Стоимость, не скажу, что особо больше. Кумушки сидят, как у нас. Сидят кумушки, гуляют, скупают все, что можно. Красивые магазины. Вот такие вот. Ой, ночь во дворе уже. Последний день в Иране. Завтра улетаем. Вот такая вот краса тут у нас. Красота. Страшная сила. Закат. О, машинка. Работа, мечта мальчика. Кататься на машинке. Целый день. Еще магазины всякие-всякие. То есть и посуда, и игрушки, и еда. Я бы хотела иранских конфеток, но может они не иранские. Вот такие вкусные конфетки. Ну, типа как морские камушки, типа ММДМсиков. Очень простой вариант. Но тем не менее вкусно. Но здесь таких нет. Сожаление. Ну вот фонтанчик, ребятки. Здесь какой-то шоколадный магазин. Люди катаются на эскалаторах. Единственное отличие — одежда, да? Все остальное точно так же, как у нас. Вон какой-то шоколадный магазинчик. Еще тоже шоколадные конфетки. Надписи то ли на арабском, то ли на фарси. Ну, как-то так. Это я в этом магазине. А это наши туристы. Мы уже все деньги потратили. Тратиться больше не на что.